трагическая история Великого Собора Русской Православной Церкви началась 15 августа 1917 года. По всей Москве звонили колокола, в храмах шли службы, а по улицам с хоругвями в преднесении святых икон шествовали к Красной площади крестные ходы. Наверное, с них начался для России крестный путь. Крестный путь от Великой Руси до нищей разоренной России через весь долгий 20-й. Проклятый век. Сначала собор не предполагал рассматривать вопрос восстановления патриаршества. Но после доклада, открывшего эту тему для выступления, записалось 95 человек. Диспуты были жаркими и поначалу непримиримыми. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя российского с его векового места в Успенском соборе. И когда под звон московских колоколов пойдет святейший патриарх на свое историческое священное место в Успенском соборе, будет тогда великая радость на земле и на небе, говорили защитники восстановления патриаршества. Соборность не уживается с единовластием, возражали другие. На 28 октября назначили голосование. Это ли не промысел Божий, что на одно и то же время пришлись два величайших события в жизни России? В Петрограде большевистский переворот, а в Москве восстановление патриаршей власти. Еще и в последний час Господь подавал нам надежду, но нет, не услышали, не увидели. Поздно. Настало время, о котором пророчествовал Иисус Христос. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы за имя Мое. Первой жертвой среди духовенства пал священномученик протоиерей Иван Кочуров. В Царском селе он был арестован. Его привели на аэродром, стреляли в него несколько раз, но только ранили. Потом таскали за волосы и издевались, пока он не умер. Уже в этом первом убийстве видны следы помешательства. В отличие от Петрограда, Москва противилась красным отчаянно. Офицеры, казаки, наспех мобилизованные студенты защищали Кремль. На улицах лежали убитые и искалеченные. Всюду вооруженные толпы, отряды, патрули стреляли во дворах, из окон, с чердаков. В эти страшные дни многие члены собора ходили по городу, подбирая и перевязывая раненых. Но 3 ноября Кремль пал. Начались аресты, самосуды, расстрелы на месте. Юнкерам выкалывали глаза, отрезали гениталии и потом убивали. В храме Христа Спасителя отслужили общую панихиду по всем убиенным во время междоусобиц. Завещал же Христос молиться за врагов своих. Своих мертвых большевики хоронили прямо здесь, под Кремлевской стеной. Без отпевания, без молитв, под революционные песни. И этот языческий некрополь до сих пор стоит в центре России. В тот день, 5 ноября 1917 года, храм был переполнен народом. После божественной литургии митрополит Владимир вынес нам вон ковчежец с именами 3 кандидатов, собравших большинство голосов соборян. Из алтаря вышел старец в черной схимнической мантии, затворник Зосимовой пустыни, схиеромонах Алексий. Кладя земные поклоны, он 3 совершил крестное знамение. Митрополит Владимир вскрыл жребий
и громко провозгласил: «Тихон, митрополит московский, Аксиос! Аксиос! Достоин!» Повторили все и вместе с хором запели торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим!» Впервые за 200 лет Россия вновь обрела патриарха. Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе». Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую годину. Но да будет воля Божия. Нахожу подкрепление в том, что избрание сего я не искал, и оно пришло помимо моей воли и даже помимо человеков, по жребию Божию. Василий Белавин родился 19 января 1865 года в семье священника. Духовная семинария, Академия Петербургская. В 26 лет принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. Вместе с другими архипастырями он был уволен из синода после февральской революции. Уже в январе 18 года красные начали закрывать храмы. 13 января 1918 года от братьев Александра Невской лавры они потребовали оставить монастырь и отдать его помещение под лазарет. Вместо раненых в лавру прибыл отряд матросов и красногвардейцев. Отказавшись отдать лаврское достояние, митрополит Вениамин и наместник лавры епископ Елисаветоградский Прокопий были арестованы вместе со всем духовным собором лавры. Монахи ударили в набат, призывая народ спасти церкви. И паства пришла на помощь братьям. Красные бежали. В то время они еще не решались стрелять в народ. Осенью в Петрограде был арестован настоятель Казанского собора, философ Арнацкий. Прихожане устроили крестный ход к зданию ЧК на Гороховой. Чекисты вежливо выслушали их и пообещали утром отпустить пастыря. Той же ночью они расстреляли философа Арнацкого вместе с сыновьями. Перед расстрелом спросили священника, кого убить сначала, его или сыновей? Он сказал: сыновей. Когда Бориса и Николая расстреливали, отец молился за них. Солдаты отказались стрелять в молящегося священника. Это сделал комиссар из револьвера в упор. Последний царь из рода Романовых Николай Александрович родился в день Иова Многострадального, душа которого была верна Богу при самых крайних и незаслуженных страданиях. Государь считал, что ему предначертано повторить путь Иова. Когда мы решили строить храм, мы откопали все это место аккуратно. И вот подвал, вот как красная линия, вот эта красная плитка. Угу. Вот такой размер подвала. Вот их тут стреляли всех, на этом месте. В этом месте Юровский объявил государю приговор. Государыня и одна из великих княжон успели перекреститься.
В этот момент Юровский поднял пистолет и выстрелил. Великие княжны стали в ужасе кричать. Все стремились попасть именно в государя, поэтому остальные умерли не сразу. Их докалывали штыками, достреливали. Мальчик долго оставался жив и смотрел на убийц широко открытыми глазами. Красный квадрат. Это и есть расстрельная комната. В одном из своих последних писем великая княжна Ольга Николаевна передает последний завет государя русским людям. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, чтобы не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы помнили, что зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но что не зло победит зло, а только любовь. Так случилось, что в 1937 году арестовали моего дедушку и отца одновременно. Дедушку расстреляли сразу, а отца пытали, чтобы он сказал, что он является польским шпионом. Ну и он, конечно, в слезах, весь и в крови, поднял голову, говорит, что вы смотрите, на стене висит портрет Ленина. Вы хоть поверните его лицом к стене, чтобы он не видел, что вы делаете с людьми. Ну а уже после, когда его расстреляли, ну, мама в положении была, я уже родился, когда его расстреляли уже. Мать арестовали тоже, значит, ночью. А те НКВДшники говорят, ребенка не собирайте, потому что детей запрещено с собой брать, куда вы поедете. Вот, а как же, говорит он один, у него больше родственников на этом свете нет. Ну, говорит, нельзя, и все. Ну, в общем, конечно, она начала кричать, биться, тащить меня с собой. Ее оторвали, руки, ноги ей связали. И бросили ее в телегу. И вот сколько человеческий крик слышен, вот сколько там расстояния, столько я слышал крик матери. Вот сейчас мне 66 лет, и я практически этот звук слышу до сих пор. Убитых долго везли в этот лес, бросили в шахту, потом снова достали. Что-то необъяснимое творилось с убийцами. Убиенных тщательно обыскали. Юровский складывал драгоценности, которые находились у мертвых, в свою фуражку. Войков, как естественник и химик, разработал план полного уничтожения тел убитых. «Свет никогда не узнает того, что мы с ними сделали», — говорил он. Выкопали яму, сложили трупы и залили их серной кислотой. И закопали. Монахини, навещавшие Николая в заточении, получили от него этот царственный крест. Пройдя через тюрьмы и лагеря, они сохранили его, и теперь это святыня монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Церковная жизнь в Кремле была запрещена. Патриарх Тихон выступал с гневными манифестами, но добился только одного. В ноябре 1918 года он был арестован. В соответствии с решением ВЦИК и Совнаркома, необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно больше. Церкви подлежат закрытию,
помещения храмов опечатывать и превращать в склады. Председатель в ЦИК Калинин, председатель Совнаркома Ульянов Ленин. 1 мая 1919 года. В стране начался голод. Святейший патриарх Тихон обратился к пастве, к папе Римскому, к восточным патриархам, к архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому за помощью умирающей от голода стране. Призвал отдать церковные ценности. Большевики от помощи церкви отказались. Они просто стали грабить и разорять храмы. Аресты церковнослужителей, священников и мирян исчислялись тысячами, десятками, сотнями тысяч. Богомерзкая тень некрофильства красных лежит на всей кампании вскрытия святых мощей. Отрицавшие святость, большевики, тем не менее, над этими мощами надругались, как над своими живыми врагами. В кампании по изъятию церковных ценностей были арестованы и убиты тысячи. Ценностей изъяли примерно на сумму 5 миллионов золотых рублей. Из них едва ли пятая часть пошла на нужды голодающих. Обновленцы появились еще в годы гражданской войны. Флюгерно учуяли, откуда ветер дует, и тут же объявили о революции в церкви. Эта, так сказать, инициатива была всячески поддержана чекистами. Мое мнение, церковь разваливается. Поэтому нам нужно ей помочь. Церковную политику развала должен вести ВЧК, а не кто-либо другой, Дзержинский. Обновленцев, правда, решено было использовать только временно, а потом по-большевистски в расход. Но свое дело они начали бойко. Скоро собрали собор и лишили сана патриарха. Второй обновленческий собор проходил здесь. Храм Христа Спасителя по доносам обновленцев уже был очищен ЧК от православных. Задача у собора была одна – лишить Тихона патриаршего сана. Тем, кто пытался возражать, было сказано, кто сейчас же не подпишет этой резолюции – не выйдет отсюда никуда, кроме как прямо в тюрьму. 37 епархиальных архиереев и едва ли не добрая половина московского и петроградского духовенства пала в раскол. Правда, у них окормлялась лишь малая горстка соблазненных прихожан. Даже в праздничные и воскресные дни обновленческие храмы были пусты. Это были очень тяжелые годы для православия. Это были самые страшные годы для патриарха. Он жил под домашним арестом и ждал гражданского суда над ним, который, и это все прекрасно понимали, оправдательного приговора не вынесет. Собственно, обновленцы лукаво подавали ему соломинку, но патриарх от такой помощи отказался. Единственное, на что он согласился, это передать церковное управление впредь до созыва собора митрополиту Агафангелу. Но обновленцам и этого было достаточно. Они прекрасно знали, что митрополит Ярославский Агафангел был в это время под арестом. Об отношении народа к своему патриарху есть в воспоминаниях Анастасии Ивановны Цветаевой. Она пишет о том, что люди не знали, как живет патриарх, даже есть ли у него иконы в том помещении, где он содержится. И она где-то раздобыла 400 граммов сахарного песку, взяла с собой цветную на картоне икону Божьей Матери с младенцем и все это принесла в Донской монастырь патриарху. И передала. И вдруг ей иконку вернули. Она была очень огорчена, но тут же огорчение ее сменилось великой радостью. На обороте было написано: «Благословляю, патриарх Тихон». Патриарху
было предъявлено обвинение по 4 статьям. Все подрастрельны. В заявлении Верховному суду патриарх написал: «Я раскаиваюсь в поступках против государственного строя, и я прошу Верховный суд освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю, что я отныне советской власти не враг». И это письмо и освобождение патриарха и в России, и за границей вызвало недоумение. А послание к церкви, в котором он повторил слова: «Я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть. Пусть все внутренние и заграничные монархисты и белогвардейцы поймут, что я не враг советской власти», и вовсе обескуражило и раздосадовало. В патриархе хотели видеть героя-мученика, а он понимал, что на нем судьба православной церкви. 27 июня 1923 года патриарх Тихон был освобожден из заключения и сразу же обратился ко всероссийской пастве с посланием. Он объявил церковное управление обновленцев незаконным, принятые распоряжения недействительными, все совершенные и совершаемые таинства безблагодатными. Патриарх призвал духовенство и весь православный народ к покаянию. И потекли священнослужители, изменившие своему пастырю сюда, в Донской монастырь, в скромную келью патриарха Тихона. Он никому не отказывал, но заставлял раскольников каяться всенародно. Многострадальная жизнь Тихона оборвалась на Благовещение 1925 года. Россия снова осталась без патриарха. Там вдали остров Анзер. В 1718 году на горе острова Анзер соловецкому иеромонаху Иову явилась Божья Матерь и сказала: «Сия гора отныне будет называться Голгофою, и устроится здесь церковь и распятский скит, и убелится она страданиями неисчислимыми». Через 200 лет это пророчество сбылось. Крестный путь России шел и через эту Голгофу. В 1923 году большевики превратили Соловецкий монастырь в первый в мире концлагерь «Слон». Соловецкие лагеря особого назначения. Здесь, на Соловецком, Анзере, Конде и Заяцком, в 4 островах каторжного архипелага содержалось более 2000 заключенных, 15 рот, 6-я сторожевая рота духовенства, 13-я штрафная рота, осужденная за религиозные убеждения. 12-часовой рабочий день. За малейшее нарушение трудовой дисциплины штрафной изолятор на Секирной горе. Тех, кто не справлялся с большевистскими темпами, могли расстрелять тут же на работе. Быстро развивались цинга, туберкулез. В лазарете долго не задерживались. Отправлялись в 16-ю роту, как называли заключенные, кладбище. Заключенных, которые прибывали сюда, встречал начальник лагеря в руках с автоматом и стрелял в того, который ему, человек, который ему не нравился. По каким причинам, это знал только он сам. И вот, и он сразу объявлял тем, кто прибывал сюда, что здесь власть не советская, здесь власть соловецкая. С 25 по 29 год лагерное начальство разрешало совершать богослужения в храмах. После 29 года, когда было запрещено священное служение в храме, вынуждены были
как-то находить возможность совершать богослужение. Но чаще всего использовали, безусловно, это пространство лесное. Вот и они называли тогда сесть по воспоминаниям, что вот назвать Троицкий кафедральный собор. Куполом у него небо, а стены – это белые березы. Здесь, в Соловецком лагере, заключенные иерархи тайно собирались, обсуждая церковные события. Памятная записка соловецких епископов, обращенная к правительству СССР, уже безо всяких политических компромиссов говорила о подавлении государством церкви. После смерти патриарха Тихона епископы решили тайно избрать нового патриарха. Среди них был и владыка Илларион. Всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник, он был секретарем патриарха Тихона. Именно Илларион вел переговоры с Тучковым, уполномоченным ОГПУ по церковным делам, о необходимости устроить жизнь православной церкви в условиях советского государства. Даже в удивительном созвездии архиереев-новомучеников XX века владыка Илларион был совершенно особой фигурой, и это признавали все. И собрать его архиереи, и паства, и даже следователи НКВД, и знаменитый гонитель церкви Тучков, и уголовники, которые сидели вместе с ним на Соловках, все были под удивительным обаянием этой личности. К сожалению, настоятельствовал он недолго. Уже в ноябре этого года он был арестован и отправлен на Соловки, где провел 6 лет. В лагере владыка Илларион был рыбаком. По этому поводу он любил говорить. Раньше рыбаки становились апостолами, теперь апостолы рыбаками. Однажды к нему явился агент ГПУ с предложением вернуться в Москву и присоединиться к обновленцам. Владыка отказался. «А сколько вы имеете на Соловках? 3 года?» «Так мало?» – притворно удивился агент. После этой встречи владыке добавили еще 3 года. Илларион Троицкий как-то пошутил, что Соловки есть школа добродетелей. Нестяжание, смирение, кротости, воздержание и терпение. За тайным избранием патриарха следила ГПУ. По всей стране арестовали и бросили в тюрьмы и лагеря 40 архипастырей. Среди них и сам кандидат и местоблюститель по завещанию Тихона митрополит Кирилл и заместитель местоблюстителя митрополит Сергий. Правда, митрополита Сергия вскоре освободили. Когда Сергия освободили, он тут же обратился в НКВД с ходатайством о легализации церковного управления. Основным условием властей было обращение к пастве с призывом поддержать советское правительство. Об этой декларации до сих пор идут горячие споры. А фраза «мы хотим быть православными» и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Эта фраза стала основным камнем преткновения. Митрополит Сергий продолжил дело патриарха Тихона. Нельзя было допустить, чтобы церковь была загнана в подполье и уничтожена. За эти годы из 25 тысяч храмов осталось 1277. Были закрыты все монастыри, включая Троице-Сергиевую лавру. Среди разрушенных, разграбленных и взорванных храмов – храм Христа Спасителя, построенный в честь победы России в войне 1812 года. Большевики постановили, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР. Во всесоюзную перепись населения 1937 года по предложению Сталина был включен вопрос о религии. Результаты переписи наверняка обескуражили и озлобили коммунистов.
Почти 2/3 населения страны признали себя верующими. Но и это еще не все. 75% верующих назвали себя православными. И тогда власти решили уничтожить православие физически. До 90-х годов это место тщательно охранялось. Здесь в годы Красного террора проводились массовые расстрелы. Такое впечатление, что здесь лежит пол России. Сначала ямы копали вручную, в них сбрасывали убитых. В 1937-м появился бульдозер. Были вырыты ровные траншеи. Убитых присыпали тонким слоем земли. Сверху укладывали новые трупы. Десятки тысяч людей, иногда целыми семьями. Все они были врагами советской власти. Все из разных сословий, каждый десятый священник. Гражданин Чичагов Леонид Михайлович, 1856 года рождения, он же митрополит Петроградский Серафим, он же отставной гвардейский офицер царской армии, участник русско-турецкой войны, князь, лично знавший императора. Тело митрополита Петроградского Серафима Чичагова покоится тоже здесь. Он был убит 11 декабря 1937 года. Это был славный пастырь русской церкви. Его стараниями был причислен к лику святых преподобный Серафим Саровский. Праведный путь митрополита в безбожной стране – это подвиг мужества, чести, веры. Многим православным суждено было пройти этим путем христианского мученичества. Это время было для подвига, для святости, для величия самое лучшее. Если в церкви вдруг оказывается в три раза больше святых, чем за весь предшествующий период, это не упадок тогда, это уже явное физическое свидетельство, что это был не упадок церковный, это в общем, могущественное выявление и святости, и верности людей Богу, и своим идеалам. Это готовность идти до мученического конца. Ведь государство зафиксировало 600 тысяч мирян, которые фиксировались как члены двадцатки в 1936 году при таких беспощадных гонениях. То есть люди явно и открыто исповедовали себя христианами. Игумен Дамаскин, член комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, несколько лет проработал в архивах Лубянки. Это фотографии расстрелянных священников. Их снимали перед казнью. По данным правительственной комиссии, в 1937 году было арестовано 136 900 православных священнослужителей. Из них расстреляно 85 300. В 1938 расстреляно 21 500. В 1939 арестовано 1500, расстреляно 900. Шли 60 человек заключенных. По мере их приближения мы могли хорошо разглядеть, что все они были истощены. Это были священнослужители. Их слабые голоса доходили до нас. Из палачей кто-то спрашивал по очереди становившихся около ямы священников: говори, есть Бог или нет? Ответ святых мучеников был твердый и ясный. Да, есть Бог. Раздался первый выстрел, второй, третий и так далее.
Это рассказ очевидца. Это невозможно понять. Этот героизм во имя веры сегодня кажется фантастическим. Ведь это были уже не первые христиане, не первые русские подвижники за веру. Но, выходит, разницы нет никакой. Истинная вера всегда вечна. Юбилейный собор Русской Православной Церкви в 2000 году канонизировал около 1000 новомучеников. Сейчас уже около 2000 новомучеников российских причислено к лику святых. В результате вот революционных событий часть духовенства так легко оказалась в сетях обновленчества. Часть духовенства отказалась от своего пастырского пути. Но огромное количество, 300 тысяч священнослужителей были репрессированы, были расстреляны за веру Христову, которые они исповедовали до конца. И здесь образ святителя Тихона предстает перед нами как действительно подвижника, как исповедника, который говорит, что лучше пусть погибнет мое имя в истории, но только чтобы не повредить церкви. Время страшное, потому что разрушались храмы. Вот я посещаю несколько лет Белогорский Никольский монастырь. Там мне рассказывали, что 400 человек, братьев, послушников, все были в один день расстреляны на территории монастыря. И таких примеров очень много. Но и в 20 веке, я думаю, народ показывает верность своей вере святому православию.